честь 60-летия первого пилотируемого полета в космос на предприятии НПО «Энергомаш» прошло торжественное мероприятие. Лучших сотрудников наградили почетными грамотами и памятными подарками. Все эти достижения мы первые. Высокое качество и высокие стандарты делаете вы, люди. Именно вы делаете ту историю, на которую опирается сегодня вся страна. Потому что без вашего предприятия этого бы не произошло. Поздравить сотрудников, которые разрабатывают и собирают ракетные двигатели, пришли представители администрации города и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». То, что произошло 60 лет назад, наш Юрий Сергеевич первый слетал в космос, приземлился. Это было тогда грандиозным событием. И в истории человечества ничего другого подобного не было и уже не будет. В том плане, что, потому что первые были все равно мы. И движки «Энергомаша» были первые. НПО «Энергомаш» – ведущая компания в мире по разработке жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. Именно на этом предприятии был собран двигатель, на котором 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос. Я вас искренне поздравляю с замечательным праздником. 60 лет пролетели так быстро, я очень хорошо все равно помню вот это состояние 12 апреля. Такого ликования, по крайней мере, в моей жизни я больше никогда не испытывала. Каждый себя считал космонавтом. Каждый считал, что он в космосе. НПО «Энергомаш» был основан в 1929 году. Сейчас на нем работает более 4000 сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в оборонную промышленность страны. Всегда приятно, когда есть повод очередной раз поздравить сотрудников, которые трудятся на столь значимом заводе, который значим для всей Российской Федерации. После награждения для работников предприятия и ветеранов труда прошел праздничный концерт. Популярный квартет исполнил патриотические песни, посвященные космосу.